это будет по-особенному нежное, теплое, ласковое утро. А каким оно еще может быть, когда начинается на морском побережье? Солнце, песок и шквал непередаваемых эмоций. В июле 2019-го программа «Утро нового дня» 2 недели держалась на гребне информационных волн, выходя в эфир с берегов Западного Крыма. Здесь есть что увидеть, а главное, есть что попробовать, потому что, скажу вам по секрету, мы уже по чуть-чуть начинаем осваивать экстремальные виды спорта. Ну а как иначе, ведь мы работали на главном спортивном фестивале года. Это программа «Утро нового дня», и мы с вами ее встречаем где? Совершенно верно. Мы ее встречаем, знаешь, где? На море. Это очевидно, но еще и в Оленевке. Здесь можно попробовать буквально все. Здесь можно услышать буквально все. Это акробатика на натянутой стропе. Это пляжный стадион, это субстанция, дайв-центр. Да, да, это вот, знаете, как покосмот. К экстрим Крыму готовились чуть ли не все телерадиокомпании. Красили декорации, устанавливали оборудование, выбирали удачный кадр. Тщательная работа большой команды, которая играючи справилась не только с техникой, но и со стихией. Ну, потому что ветер все сильнее и сильнее, да. И чувствую я, что еще чуть-чуть, и нас может с тобой сдуть. Солнцезащитный крем, очки и даже, знаете, головной убор просто необходимый. Знаете, легкий эффект гриля ощущается, когда ты слегка-слегка с хрустящей корочкой. Помогал мне и учил меня справляться с ветром. А ты справился с ним или нет? Ну, просто... Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что однозначно справился. Надолго ли? Нет, совсем не надолго. Куда лучше и надолго справились те ребята, которые каждый день расширяли свои границы возможного, чтобы не просто впечатлить зрителя, а показать все то удивительное, что чаще всего остается за кадром.